привет, друзья. Мы сейчас будем ехать трассу Flying Gangster. Но тут есть типа срезочки. И, собственно, тут идет черная трасса параллельно. Ну а вход на нее изначально перекрыт. И мы будем ехать, получается, в прошлый раз я съехал все по фрирайду, вот этой красной. А в этот раз буду ехать по даунхилл по желтой. Ну а потом еще по зеленой бонга-бонга. Вот поэтому едем Flying Gangster, но максимально. Максимально с желтыми кусочками. Опля. Вот тут, видите, пошла даунхилл секция. Я еду первый раз, поэтому разгоняться не буду. Здесь проходил кубок в этом году. Вот так вот она идет. Опля. Опля. Так, гэп. Ну, гэп я бы не долетел, думаю, в любом случае. А даже если долетел бы, то не факт, что приземлил вот именно в это место бы, а куда-то в другое мог бы приземлить. Так, Ковырялово. Ко мне. Опля. Так, тут дроп. Ой-ой-ой, кто-то за мной. Да, камни, конечно, стрёмненькие, друзья. Так, дроп я, пожалуй, прыгну. Опять дропы пересечения с обычной линией. И тут надо быть аккуратнее. Потому что, видите, две трассы пересекаются, и это страшно. Так, тут пошли интересные моменты. Видите, вы всегда можете миксовать, если вдруг хотите. Но сейчас я вам покажу полностью черную, чтобы вы не миксовали. А потом уже можно и миксовать. Ну, я один раз, может, как-то миксом и съеду, хотя, опять-таки, на моем веле, мне кажется, тут по черной вот так вот роковать такое себе занятие. Это прикольный участок с такими огромными ложбинами, ступенями. Опля. Конечно, на даунхильных трассах здесь это проходит на больших ходах, а не так, как я. Видите, даунхилл пошел сюда. И там еще была стрелочка на бонга-бонга. Мы в следующий раз ее проедем. Очень мне нравится эта трасса. Ну, тут можно было, кстати, и прыгнуть. Ну, опять-таки. И тут, я думаю, специально сделано, чтобы вы прыгали. Опля, вот так вот. Даунхилл сюда, вот такой прыжок идет. Болото пошло. Так, райдерс паркинг. Я, пожалуй, остановлюсь чуть-чуть, хоть отдохну. Но тут сейчас будет интересно, друзья, прям. Еще даже, видите, Mercedes-Benz, все размечено.
Ну поехали, ладно. Времечко. Времечко. Ничего не вижу. Опля, ого, вот тут так интересно прям. Ага, вот так вот. А, das sieht richtig nach Spaß aus. Yeah, it's interesting. Ну, друзья, это тот момент, когда я сойду, я такое не часто делал. Не, может, если я... Не, на ходах я бы тоже, наверное, не рискнул, потому что там дальше ступенька еще следующая. Я не представляю, как тут. Ну тут, я так понял, все и падали на соревнованиях. Особенно когда мокро и болото. Ну, то я жесть, друзья, то я жесть. Ну, по сухому еще как-то можно было бы что-то попробовать, может быть. Ну сейчас сравнительно сухо. Опля. Не знаю, будут там ребята пробовать ехать или нет. Я пока не пробую. Реально, это, конечно, прям страшно-страшно. Бля, вот так вот слезу. Да мне даже здесь не сильно хочется пробовать. Ну, как бы ты понимаешь, что это такое. Ну, знаете, обопан, обопропавшись так. Короче, такой участочек. Я так понимаю, что это была любимая зона фотографов, наверное, на этом, на чемпионате. А еще и дождь был, скользко, ох. Что мне кажется, что Богдан тут и развалился где-то, да, Богдан? Вращенко, если смотришь видосик, напиши, где ты там. Это место было или нет? Хотя тут таких мест очень много. Что это? Что это все такое вообще? Фух. Ну, в этот момент я точно понял, что я не даунхильщик. Мне такое не нравится прям. Ну, хотя, опять-таки, если ты уже круто катаешь, и ты можешь это все на ходах плетать, выбирать траектории, может, оно прям по-другому ощущается. Но страшно. Конечно, камера не передает уклон, но уклон такой, что... Я тут, мне кажется, сейчас триалю больше, чем еду. Я думаю, вы по звукам тормозов слышите, что происходит. Ой-ой-ой, баненький чуть-чуть. Так, едем дальше. Вот такие, друзья, цикави доследы. По этой трассе, пожалуй, больше сегодня не буду ездить. Тут откуда-то выезд есть. Это, наверное, из Бонго-Бонго. 100%. 100% это пересечение Бонго-Бонго. И вот Бонго-Бонго это супер веселая трасса. А это тоже супер веселая, но не для меня. Так, выезжаем. Ух. Так, привет. Сейчас я закончу видео. Это мы вчера с тобой списывались? Да. А, привет, привет. Там одни и те же трассы, только по отдельности, я понял. Да. Так, друзья, как видите, тут даже можно встретить своих. Вот, мы списывались, я думал, что это нереально здесь встретиться. Я сегодня в эту очередь встал, и я думаю, это нереально. Но встретились. Вот черная трасса. Первый раз я съехал, наверное, последний. Что-то я не проникся. И дальше будем разведывать более зеленые. Ну а сегодня спасибо за просмотр, до скорых встреч.